Всем привет, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить Майнкрафт, продолжаем искать арбуз. Как оказалось, у нас здесь не ночь, поэтому выбираемся отсюда и продолжаем исследовать эту пещеру. Довольно-таки обширную и большую. Пойдем сюда, наверное. Здесь мы еще не были. Кто-нибудь нападет на нас? Рискнет здоровьем? Крипер, маме. Дынц. Рванул. Крипераст. Но никто не пострадал. Никто не испугался. И все. Тут ничего интересного, а? Ну как же так? Можно угля покопать маленько еще. Ой-ой-ой. Вот это да. Покопали угля, называется. Хорошо. Тогда сделаем вот так вот. Гравий, гравий, гравий. Ишь ты. Падает еще сверху. Все. Здесь больше ничего нет. Я думаю, факел вот так поставим, чтобы там никто не появился. Ну, уголь еще добудем. Сколько у нас уже угля там, а? Почти два стака. Уже не зря сходили, что я могу сказать. Так, куда пойдем? Я не помню, где мы были, где нас не было. Вот там нас не было. 100%. Или были мы здесь? Просто факел не поставил. Да, похоже, были. Возможно, здесь не были. Да. Этот угол был темным, но теперь светлый. Будем плутать по этой пещере, пока не найдем выход. Я тут уже был, да? Мы здесь ночевали. Здесь ничегошеньки. Я не помню выхода, ребят. Но, если что, просто наверх пойдем. Самый легкий способ. Здесь у нас факела нет почему-то. Пускай будет лучше. Лучше пускай будет. Так. Здесь тоже поставлю. На всякий случай. На всякий случай. Там выход. Неужели все? Неужели вся пещера? Да ладно. Там же лава где-то внизу была. Я же помню. О, вот тут вот, допустим, что? Железо. Кто-то рычит сверху, да? Опасно так рычит. Я хочу спуститься туда. Но спуститься надо здраво, чтобы потом подняться нормально было. Вот, допустим, здесь, да? Спускаемся, спускаемся, спускаемся. Оп! Так, делаем вот так и вот так. Дальше делаем вот так. Прыгаем, делаем дальше. Вот так. Прыгаем. А делаем вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Знаете, да? Видео это. Так. Замечательно. Дальше, дальше, дальше. Просто вот так. Все. Удалось нам спуститься. Надо закрыть воду. Поставить здесь факелы. И осмотреть, что у нас внизу. Подняться мы всегда успеем. Ну давайте. Зомби.
Зомби, это круто. Еще один. Зомби, это круто, это не страшно. Иди сюда уже. Это вам не крипер. А вот скелеты, это уже нехорошо. Блин, сколько возгласов зомби, а? Ай-яй-яй, у меня факелы закончились. Ребята, у меня факелы закончились. Но я сделал новые. Так, тут все, тупик. Там есть уголь. Но мне уже палок не хватает. О, крипер. Еще один. Матерь. Божья. Давай, Ро. Молодец. И ты иди сюда. О, этого даже убить успел. Так, ух ты. Так, я что-то вижу. Мне не совсем понятно, что я вижу. Блин, надо освещать все это дело. А, это лава. До лавы добрались. Так, спустимся вниз. Ух ты ж. Вон там наверняка могут быть алмазы. Поэтому спустимся. Там только лава, что ли, и все? Да не может такого быть. Как интересно. Ой, лаву взял. Черт. Что я сделал? Все, воды нет. Воды больше нет у меня. Закроем лаву вот так вот, по крайней мере. Черт! Воду просрал. Здесь уголь нафиг мне уже не нужен. Так. Вот, а тут есть вода. А, туда нужно спуститься еще как-то. Ладно, прыгаем. Ой, там крипер. Я смогу здесь подчерпнуть воды? Дайте мне воды, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не хочу к ним. Не хочу к ним. Не хочу к ним. Такое ощущение, что все это закончится смертью нашей. Все это путешествие. Придется закрывать воду. Эх. Но я хочу туда пройти дальше. Раз. Два. Так, факел. Оп. Давай, подходи. Кто не трус? Блин, крипер, крипер. Ух, не задело. Крипер, крипер. Опасный чувак. Оу, лава. А там что сзади? Ай, воды я так и не набрал, да? Оу, вот это вот нельзя пропускать. Золото. Что нам с лавой делать? Вот так вот можно. Давай, пропадай.
Она же пропадет? Да. Должна пропасть. Отлично. Железо-то хрена. Лазурит. Нахрен он мне нужен. Ладно, добудем. Опыт. Только ради него. Надо как-то подняться сейчас наверх. Так-то это легко. Ладно, хоть камней насобираем себе, чтобы, если что, построить что-нибудь. Можно было, не напрягаясь. Все, мы выбрались. Так, железо у меня стак, и можно еще второй набивать. Да. Уже хочется вернуться с золотом, как-то неохота умирать. Но место пока есть еще в инвентаре. Воды теперь нет больше у нас. Лаву нечем тушить будет. Так, куда пойдем дальше? Здесь нас не было, да? Или были? Вот там не было точно. Сколько здесь всего? Опа, а здесь мы были уже. Каким-то макаром опять наверх, что ли, выбрались? О, пещера, ты меня вымотаешь. Там что у нас? Ага, выход. Ночь, кстати. Ай-на-на-на-най-най. Ай-на-на-на-най-най. Арбузики, арбузики. Семена арбузов. А семена арбузов. Я хочу вас найти. Но никак не получается. Сложно это. Тупик, да? Можно здесь будет поспать опять. Но пока рано. Блин, и сколько у нас будет серий «Хочу арбуза»? Может быть, серии 20? Я хочу найти. Никак не выходит. Ай, нужно вниз спускаться. Больше никак. Нужно вниз спускаться и сам поднимаюсь наверх снова. Молодец. Вот сюда, допустим. Парам-пам-пам. Вот сюда, допустим. Здесь никого нет. Здесь я был.
Угля-то сколько, ё-моё. Здесь мы лаву закрывали. Вроде как. А здесь железо буду добывать, ну его нафиг. Кого-то слышу. Где, интересно? Зомби засели. Очень много железа. Что еще ниже? Хорошо. Все ниже и ниже и ниже. Как сюда подняться, блин? Как-то вот так. О, здесь мы не были. Оп, скелет. Тихо. Иди сюда. Нет скелета. Золото. Горящий зомби. Скелет еще один. Черт. Ай, заканчиваются факелы. А, вот почему горящий зомби был. Потому что здесь лава, и там еще проход. Ладно, наберем пока золото. Там я еще видел, да, вот здесь. Сделаем так. Лаве конец. Ой, темно как стало. Сразу. Тупик. Точно. Так, 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 так. Ой, что я сотворил? Ой, дурак, ой, дурак, 24. Зачем я нажимные плиты сделал? Фу. Горизонтально поставил. Естественно, они... А, факелов еще так же был у меня. Что творю вообще? Нажимные плиты выброшу, они не нужны мне. Ой. Так, ну железо еще тогда. Золото добыть надо все-таки. О! Откуда ты взялся? Понятно. Засветим. Еще слышу людей. Людей, зомби точнее. Сзади как зарядил мне, я аж испугался. Лазурит. Возьму. Железо. Да хрена железо. Засвечиваю эти все углы, чтобы там не появлялись дядьки. Ну и куда нам теперь? Вроде были же ходы. Подождите, я же там не все осмотрел, или все? Ну-ка, давайте проверим еще раз.
Да. Здесь лаву закрыли, тупик. Да выбросим. Ну что ж, ребят, закончим на этом очередную исследовательскую серию. Видать, неделя у нас будет посвящена тому, что мы ищем арбузы. Всем спасибо за просмотр, всем пока.